Часть нашего проекта Чайзер. В общем, так сказать, розовые очки наконец-то спали после покупки. И начинается тотальное вливание бабосов. Короче, уже поменял я рейку, потому что она вроде как стучала, на самом деле она не стучала, просто так показалось. Там был люфт, мы его устранили, путем замены. Также встал на дороге, в буквальном смысле, остановился прям, потому что почувствовал, что откуда-то идет дым. Это просто у меня сорвало трубку с коробки на охлаждение, и АТФ-ка потекла. В общем, это уже все устранено, и сегодня я хочу поменять рычаг на нижний поперечный. В общем, как это будет все, смотрите в сегодняшнем выпуске. Заменили рейку уже, вот эту вот поставили. Надо было карданчик поменять, у меня пока нет. Недавно порвало у меня шланг на коробке, и там антифриз, она охлаждает. Порвало прямо на дороге, встал, пришлось прям в грязи лежать, что-то делать его. Сейчас буду заменять рычаг вот этот вот поперечный. Сложного вроде ничего нету, но повозиться придется все равно немножечко. Do the ratchet, yeah, do the ratchet, look, he ratchet, she ratchet, he ratchet, she ratchet, make me all got some ratchet in her. I do the ratchet, okay, I do the ratchet, okay, I do the ratchet, yeah, do the ratchet, he ratchet.
true champion. Наглухо. Пришлось пилить болгарка. Где там она за это закипела? Ну здесь вот прям видно плотно, до сих пор горячая. Хорошо прокалилась, не дало эффекта. Я распилил. Здесь вот увидеть, что там уже выработка. Прям он прям уже все ходил там. Найду болт завтра и завтра соберу. Значит. Как уже говорил ранее, распилил болты, купил новые, вот они, такие болтики. Цена вопроса, значит, одного болта у нас 252 рубля. Это не оригинал, это Тайвань, то есть оригинальный стоит 625 за одну штуку. И меня всегда мучает вопрос, что значит оригинал. Даже как бы не придаю значения этому слову, оригинал. То есть это не подделка. Как понять, что это не подделка, если это Toyota не выпускает комплектующих, в принципе, ну, вот таких вот мелочей имеется в виду. Тем более на такие старые машины, как Toyota Chaser, Cresta, Mark II, Crown и так далее, старых кузовов. Они не выпускают этих запчастей. Что значит оригинал? Оригинал в том, что она сделана в Японии. Да это тоже не факт. Да, маленько подгорает, когда я слышу оригинал. Какой нахрен оригинал? Это тот же аналог, что и Китай. Просто он сделан в Японии. Поэтому какой-то ответственности за качество я никогда не получу. И вы тоже не получите. Поэтому, собственно, я считаю, что это полный абсурд, что называть детали оригинальными из-за того, что они сделаны в Японии. В моем понимании оригинал, то есть это когда Toyota непосредственно сделала запчасть, то есть именно запасную часть определенного узла автомобиля и поставляет в магазине. Но корпорация Toyota такой херней заниматься не будет. Сборку показывать не буду. Она абсолютно идентична разборке. Чего абсолютно сложного нету. Если какие-то трудности столкнутся, я, конечно, я засниму. А так, в общем, в обратном порядке все.
The beat drop now, the beat drop now, the beat drop now.